Друзья, коротенький ролик, не информативный, а просьба или даже предупреждение, что ли, некое. В основном для моих подписчиков и друзей ВКонтакте, для клиентов, которые пишут. Смотрите, какая ситуация. Сейчас появилась некая функция, которая не дает мне посылать сообщения пользователям. То есть человек пишет сообщение, что-то хочет, чтобы я ему дал ответ, а я не могу ему ничего писать. Поэтому, если хотите, чтобы я вам все-таки ответил, посмотрите, пожалуйста, нет ли у вас в настройках вот такой ерунды, что я не могу даже ответить. Это очень часто в последнее время случается, и я человеку не могу ни позвонить, ни ответить, ничего. Вот опять, смотрите, клиент, который уже, в принципе, не в первый раз у меня был, Дэн Петров. Вот смотрите, он ждет, что я ему что-то отвечу. Я хочу ему что-нибудь ответить.